нас связи уже налаживаются. Прежде всего, конечно, мы бы хотели видеть как можно больше молодых физиков, PhD-студентов у нас, поскольку, наверное, в каких-то областях науки все-таки база, которая есть в Объединенном институте, она уникальная в связи с новыми проектами. Области есть такие, которые, вот, скажем, связаны с новыми материалами, со всякими IT-технологиями. Здесь у нас просто взаимный интерес. Здесь это хорошая основа, поскольку это и у вас успешно развивается, это и у нас развивается. И здесь мы будем друг друга дополнять и делать совместные исследования, используя как вашу базу, так и базу Объединенного института ядерных исследований. Так что, как говорится, welcome. И мы будем только рады, потому что молодежи у вас много, и молодежь хорошая, мы уже кое-кого знаем, поэтому мы очень рассчитываем. Ну и плюс история Казанского университета, она замечательная, великолепные люди здесь работали, так что...